немножко сложновато. Че, все что ли? Блин. Я ждал еще эту заставочку вообще-то. Хотя я так понимаю, что она будет. Просто моя теория насчет всего этого, это то, что получается призраки не подчинились своему командованию. И отсюда растут ноги вот такой игры, как Tom Clancy's Wildlands. Вот мне так кажется. Потому что там тоже 4 игрока, тот же сеттинг, в принципе. Так вот, не совсем понятно, кому они там подчиняются. Но мне кажется, та теория, что вполне может быть у Wildlands этой игры, которая выйдет, растут ноги именно отсюда, ну, вполне возможно. Все, я скипнул это все дело. Загрузочки. Блин, но если сейчас не будет какой-то заставки, то я не знаю. Я рассержусь. Не для этого я почти в 5 утра сижу за компом. Блять. Серьезно? Что, издеваетесь? Блин, вы издеваетесь, просто издеваетесь. Так, ну все. Мы походу игру прошли. Чем, собственно, всех и поздравляю. Дайте-ка я верну вот это все на место. И что мне еще надо для счастья? Давайте все-таки немножко поищу. Может, на ютубе где-то есть. Потому что я не знаю. Слишком стрёмная концовка, чтобы быть правдой. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier Ending. Так. Дайте-ка я гляну. Что, серьезно? Это была концовка? Так, а это? Так, все, всем молчать, всем бояться. Да? Тут на видео титры такие идут, идут, а после них видео заканчивается. Да, немножко не то, чего я ожидал от игры. В плане концовки. Ну то есть сама игра по себе довольно неплохая, но блин, серьезно, что за дичь? Я прям не знаю, концовка немножко такая себе, очень открытая. Я не очень люблю открытые концовки, потому что ты тут сидишь, паришься, думаешь, типа, а что там, а как там, как это все связать и так далее. Так, у меня там что вообще на ютубе? Тьфу, на ютубе, на твиче что творится? Где мой дэшборд? Который информационная панель. Так. А? Меня даже кто-то смотрел все это время? Господи, боже ж ты мой. А ну. Где это все дело? Viewer list? Не, я себя обманываю. Не знаю. На Твиче пишут, что я только я смотрю. Так что, если кто-то еще смотрит, не залогиненный, то большое спасибо. Так, на этом я, пожалуй, закончу. Потому что я уже не знаю, уже весь... Ах, вот такой вот я сейчас. Всем спасибо, кто смотрел. Сейчас я на Твиче пущу музыку, а для Ютуба просто прерву. Поэтому такие дела. На этом все.
эту игру добил. Ждем обновления Warframe, который, скорее всего, будет сегодня. Хотя не знаю, какой для вас день будет сегодня. Для тех, кто смотрит запись. Для тех, кто в прямом эфире, будет сегодня. По идее. Не знаю. В общем, все. Игру добили. С чистой совестью можно чуть-чуть вздремнуть. Или чай выпить, я не знаю. В общем, все. Хватит. Мне плохо получается концовки завязывать. В общем, удачно вам. Чего бы вы ни делали. На этом все и всем пока. Все, записи вырубил. Дайте я что-то послушаю. Хотя я знаю, что хочу послушать. Где это? Falling Down. Вот, пожалуйста. Мне пластиночку. Господи, теперь мне надо это все на YouTube залить. Оно хоть одним видосиком. Так. Где? Записи видео онлайн. Так, это что у нас? Это не то, что мне надо. Так. Да, вот это то, что надо. Дайте проверю звук. Сорян, тебе не повезло, парень. Блин, там со звуком беда, конечно. Почему-то звук игры какой-то тихий по сравнению со мной. Блин. Мне надо научиться делать такую вещь, как, не знаю, записывать отдельно звук игры и звук голоса. Мне это спасло много нервов. Ладно, я все равно выложу эту всю дичь. Потому что с компа я ее все снесу, конечно. Так. Сонный спецназ. 3. Тихий голос. Уставший. Но все же игру мы добили. Так, теперь надо какие-то теги придумать. Clancy's. Ghost Recon. Ага. Ага. Вот это еще добавим. Так, теперь русские аналоги. Так, теперь сюда это надо все это дело. Future Soldier. Господи, столько этих игр в том классе. Вот оно. 2012 года, которая. Все, она на YouTube заливается. Не знаю, что я с этим буду делать. Ну и да ладно. Я просто хочу послушать немного музыки.
Считай, еще одну ночь пережили. Так. Что мне врубить это? Ну, на Твиче можно врубать любую музыку, так что будем наслаждаться. Мне осталось только дождаться, пока все это дело загрузится на серваки Ютуба. Где-то 13 минут. Мне надо переключиться в этот Gaming Talk Shows. Gaming Talk Shows. Tom Clancy's Ghost Recon Soldier. Все слова. Подтвердить. Оно подтвердилось? Изменения сохранены. Ой, что мне сказать по этой игре? Я уставший как собака. Сегодня еще в универ идти. Так что я даже не знаю, как это все дело объяснить. Ну что там, в принципе, неплохой. По своей длительности. Давайте какие-нибудь трейдеры там на заднем фоне надо бы завести. Ghost Recon. Вот так вот. Во, все, я придумал. Смотрите, что я сделаю. Window Capture. Вот это все делаю. Я вам показываю. И мы смотрим. Нет, стоп. Не моя музыка. Что происходит? Все, я упоролся. О, все. Наслаждайтесь. У нас будет большой спонсор. Game Trailers. В общем, игра не AAA класса. Это сразу скажу. Но если у вас будет возможность поиграть, например, с другом, то это вообще очень даже неплохой вариант провести вечер, и даже не один. Потому что, как прохождение наше показало, игра вполне себе длительная, на часов 6 вам точно хватит. The fuck? Ну, сюжет явно самая слабая часть этой игры. То есть, бредятины вам тут хватит. Сильно не думайте об этом. Зато есть куча контента в стиле там. Много оружия, которое, правда, надо разблокировать. Касценочки неплохие присутствуют. Правда, диалоги какие-то замешанные, типа злобные русские есть. Но, правда, там есть и добрые русские, так что, в принципе, ладно. Есть еще такая проблемка, типа, кто умеет читать по-русски, тот будет страдать, если он будет читать все по-русски, что написано на текстурах. Ну, плюс актерская игра тоже такая себе. Так что они тут намутили? Все. Ну и плюс в нескольких странах побываете, так что это тоже вполне себе неплохо. Конечно, не выпадет с несколько предвзятым отношением, но как-то это делать можно. Я не оценил вот этот мультиплеер, который отдельно тут есть. Я не знаю, что он там в стиле Team Deathmatch или вроде того. Ну, я думаю, он такой тут для галочки, как в Dead Space 2. Так что в основном вы будете или в синглплеере играть, или в кооперативчике. Знаешь, что... А, вот, тут мультиплеер показывают как раз-таки на трейлере. Если хотите, вот. Вот это вот себя представляет. Безумие. Не удивлюсь, если там даже прокачка есть. Ну, было бы забавно поиграть эту игру в мультиплеере, но, боюсь, она уже давно-давно вымерла.
Там даже 300 человек не будет. А, вот видите, есть режим, в котором надо продержаться определенное количество волн. И вон там какая-то прокачка. Вот это интересно. Но все равно это надо людей собирать, потому что игра 2012 года, и столько много людей тут играть не будет. Пусть она заточена в основном под консоли. Так что тут ничего такого не поделаешь. А так игра вообще нормальная. Если подобрать ее по дешевой цене. Все. Потише, пожалуйста. Подберите потише там, подешевле. Желательно несколько штук, чтобы сразу друзьям подарить. До 4 игроков кооператив есть. Собирайтесь, играйте, наслаждайтесь чем только хотите. Все, я не знаю, что сказать. Я истощил. Ай, боже мой. Я ведь даже 6 часов не стримил. Стримил сколько? 3 часа где-то. Ну, сейчас, если что, 5 утра. Не знаю, там за окном не светает, там еще темно. Мне надо будет сделать печенье. Подогреть блинчики с творогом. И пытаться осознать тот ужасный факт, что меня домой не вернем. Ну, хотя бы не утром. И на том, слава богу. А, ну еще. Если вы ждете Ghost Recon Wildlands, то, в принципе, поиграйте вот в это, и вы приблизительно поймете, что себя может в худшем случае представлять Wildlands. Потому что очень во многом эти игры будут похожи, как мне кажется. Если не в концепции, то как минимум в механике это как-то так будет работать. То есть максимум это все дело отполирую, добавят контента, но как-то так это будет все дело выглядеть. Я думаю, сравнение с Division и Wildlands будет не очень уместное, потому что Division она как раз таки будет у нас по RPG составляющий, а Wildlands вот будет как раз таки вот что-то такое, что вы сейчас видите на экране. Ну вот эта вот часть, где можно помечать врагов и все вот такое вот. Мне немножко напомнило решение небольших головоломок или ребусов. Типа, если вы успешно все делаете, то типа вы продолжаете идти в стелсе, как бы все проще. Если нет, то на одних миссиях у вас будет провал, но на других просто сложнее. Так что, не знаю. Ну, сколько такое можно оценить? Где-то 7 из 10. Ну, еще же так, такие оценки пройдем. Ладно, все, хватит. Насмотрелись. Так, еще 6 минут будет грузиться. Понимаете. 6 минут. Не знаю, давайте еще треки поищем. О, точно, точно, точно. Где это? Я ее хотел послушать. Все, голова уже пульсирует. Намекает, типа, что ты делаешь? Тебя ж только вчера крыло. А сегодня это ужас.
Чтобы кто зашел, понимал, что происходит. То есть мы, в принципе, ждем, пока все это дело загрузится. Наверное. О, отлично. Перфетто. Там вам кошечка машет хвостиком. Она намекает на то, что может быть упоротый после этого стрима. Все, счет на секунды пошел. Дышать становится все труднее и труднее.